Итак, сегодня поговорим о свободе. У каждого она, конечно, своя, каждый ее воспринимает по-своему, свою собственную свободу. Но могу рассказать вам, какая один из признаков моей свободы. Один, а у меня их очень много. Вот накидал тут немного, чтобы ничего не упустить. Значит, основной признак счастливого человека – это здоровье. Если ты здоров и осознан, то следующая твоя потребность – это свобода. В чем признаки моей свободы? Первое – это наличие благодарного бизнеса у меня. Работаю я только на себя. У меня собственный автомобиль, я занимаюсь малотоннажными грузоперевозками. Работаю только, когда мне захочется. Надо мной нет ни хозяина, никакого начальника. Выхожу я на работу, когда только мне надо. Значит, беру я заказы только те, которые мне подходят. По маршруту и по цене. Сам определяю. Третье. Могу работать в любом городе страны. Там, где есть операторы грузотакси. А они есть сейчас везде. Век интернета. То есть операторы грузотакси. В любом городе чуть больше ПГТ. Все есть. Это Яндекс, грузовой, такси Максим и какие там в ваших городах, я понятия не имею. Но они у вас есть. К двум операторам подключаешься, и чтобы больше было заказов, чтобы меньше было простое. Значит, четвертый признак моей свободы – я могу путешествовать тогда, когда мне захочется и куда мне захочется. Я, значит, могу путешествовать и зарабатывать от города к городу. Выехал, захотелось мне в любом направлении, север, юг, запад, восток, куда я захотел, туда я могу поехать. Доехал до ближайшего города, включил оператора, взял заказы, 2-3 заказа, там, грубо говоря, 3-4-5 тысяч заработал. Нашел хостел, где последний заказ, набрал в интернете хостел или гостиницу, поставил машину, переночевал и поехал дальше. То есть это можно путешествовать по всей стране, в любом направлении, хоть во Владик, хоть до Пскова, хоть север, хоть юг, без разницы. Еще приятный бонус, никаких налогов. Никаких аренд, никаких лицензий и прочих ограничений. На этот бизнес не существует. Они есть, но их никто не выполняет. Расходы только на себя и содержание автомобиля. Вам это понятно? Вот такой есть, существует великолепный бизнес в нашей стране. Надеюсь, ты также свободен, как и я.